Всем здорово! Сегодня мы проведем как раз тестирование этих блоков управления дневными ходовыми огнями, о котором распаковке я показывал немножко раньше. Посмотрим, как они себя ведут. Ну что ж, выключаем зажигание. Ну вот мы, получается, доезжаем, выключаем зажигание, и вот так вот у нас горят лампочки. По городу катаюсь где-то полминуты, максимум минута. Здесь по трассе ехал, получается, около 2 часов, 2,5. 3 минуты еще горят. Интересно, я габариты-то выключил? Хожу назад, да, габариты выключены. Номер продолжает лампочки гореть, 3,5 минуты уже. А вот это чудное колесо, а его отсюда не видно. Четыре минуты лампочки погасли. На 4-й минуте. Вот такие вот чудные приспособы. Ровно 4 минуты. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Вот почти видно. Чик. А вот внизу нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать наши видео и получать извещения своевременно. Также пишите обзор, какой гаджета полезного или оборудования хотели бы увидеть у нас на канале. До скорых встреч. Пока-пока.